Auschwitz-Birkenau was one of the Nazis' biggest death camps, where almost 1.5 million people were killed, including more than 1 million Jews. The camp was liberated by the Soviet Army on January the 27th, which became Holocaust Remembrance Day. Я был механиком-водителем танка Т-34. Это наша знаменитая 34-ка, которая прошла всю войну весной 45-го года. В полосе наступления нашей 3-й гвардейской танковой армии находился крупный концентрационный лагерь Освенцим. Командованию стало известно, что этот лагерь при подходе наших войск хотят уничтожить полностью. Нам был дан приказ рывком на танках на полной скорости к этому лагерю двинуться. И мы подошли к нему, окружили его со всех сторон. Когда я подошел на своем танке к воротам, на которых сверху было написано «Arbeit macht frei», за воротами было пусто, не было никого. Заключенные были все в бараках и закрыты снаружи, потому что немцы подготовили их к уничтожению. И, между прочим, тот горючие материалы, которые они подготовили для сожжения лагеря, офицеры заправили свои автомобили и драпанули, а рядовую охрану бросили на произвол судьбы. И вот этих охранников рядовых-то мы и догоняли, пленили их. Среди них были и поляки, и даже украинцы. Когда подошла пехота с ними, смершисты, это наши разведчики, рассортировали по национальностям, по странам. Там со всей Европы были пленники, заключенные. И были среди них и гражданские, и женщины, и дети были. Люди были настолько измождены, что они уже еле двигались. И когда выходили они из лагеря к воротам, то держались друг за друга, а некоторые не могли даже идти, а ползли. Мы, конечно, понимаем, что мы спасли этих людей, которые могли быть уничтожены в один миг, и дали им продолжение жизни. Мой дед очень сильно повлиял на мою жизнь. Это точно нельзя сказать обратного. Во-первых, от него я узнал, что такое честь, что такое гордость. Это те чувства, которые и качества человека, которые просто ниоткуда не придут. Их надо, чтобы кто-то привил. Никогда я не ставлю выше себя, чем кто-то в любом случае. То есть и понимание, сочувствие к людям, которых, может быть, не так все хорошо сложилось в этой жизни. И, собственно, гордость за свою родину, за то, что я россиянин. Я был очень рад, если бы другие люди перестали знать, что такое голод и война. Я говорю за русских. Русские не хотят войны, это точно.